В Якутске выбирают лучшую приемную семью. В столице республики сегодня проходит конкурс «Показать себя и побороться за звание лучшей». Приехали 7 семей из Алданского, Усть-Майского, Алекминского районов и города Якутска. Они продемонстрируют свои интеллектуальные, физические, творческие навыки, покажут на примере, как управлять большой семьей с тремя или более приемными детьми. Между тем, цель конкурса – это пропаганда ответственного родительства, обмен опытом по семейному воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей. Генеральная цель государства – это воспитать гражданина, который любит семью и родину. Да? Поэтому мы с такими задачами мы их пригласили. Они не только конкурс здесь проводят, у них организуются экскурсии, для них организуются мастер-классы, психологические консультации. Да? И каждая семья она имеет свою традицию. Поэтому вот такие конкурсы мы будем продвигать дальше.